Тысячы і тысячы людзей штогод аддаюць усе свае веды, любоў і здароўе гэтай пачэснай і нялёгкай справе. Хтосьці сустракае нас у дзіцячым садку, хтосьці першы раз знаёміцца з школай, хтосьці пасвячае ў прафесію ў ВНУ. На любым узроўні сістэмы адукацыі педагог – гэта прызванне. Гэта той чалавек, каго мы слухаем, каму давяраем, каго паважаем, каму нават даем ласкавыя імёны. Тут я падазреваю, што какія-то прозвішчы ёсць, наверное, у каждого учителя. Ну вот случайно узнала, не сразу поняла, почему именно так назвали. Назвали они меня Любовь Историевна. Я все считала, что я Ирина Анатольевна, а тут вдруг Любовь Историевна. Ну, наверное, они определяют мое отношение к предмету и любовь к этому предмету. И я, честно говоря, рада этому, что такое прозвище. У Гомельской области с каждым годом повеличивается колькость стобальников, призеров олимпиад, удосконаривается работа с талиновитыми детьми. Все это выник працы наших наставников. Про свои достижения наши педагоги рассказывают только вспоминаючи своих вучнев. В 2003 году у нас был феноменальный выпуск. 17 медалистов, 13 золотых и 4 серебряных медали. Практически все это учащиеся одного класса. Классный руководитель Кармазина Людмила Николаевна. И хочется сказать, что это было оценено на уровне республики. К нам приезжал тогдашний заместитель министра образования Фарино Казимир Степанович. Час диктує свои правила. Сучасний наставник повинен ведать все, робить утрая больше, быть технично адукованным и открытым сердцем. Надо терпение, хорошие железные нервы. Хорошо учиться надо, чтобы быть учителем, чтобы передавать знания другим. Ну, мне кажется, самое важное – терпение, а также понимание. Напередодні професійнага свята у обласным доме навучэнцаў собраліся работники установ адукацыі з усёй области. Узнагароды там атрымалі лепшыя наставники. Аднак самым дарагім подарункам сталі не грамоты і каштоўныя прэзенты, а самаробнае сэрца, якое з падзякай зрабілі для ўсіх настаўнікаў рэгіёна украінскія перасяленцы. Аднак колькі б добрых слоў не пачулі ў сваё свята настаўнікі, здаецца, будзе мала. Я хочу искренне поздравить вас с этим великолепным народным праздником, потому что он касается абсолютно всех. Все люди проходили через дошкольное образование, заканчивали средние школы, лицеи, гимназии, поступали в среднеспециальное высшее учебное заведение. И, конечно же, каждой семье касалось образования. Поэтому это и носит статус именно всенародного праздника Дня Учителя. Пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи, продолжения своей профессиональной карьеры в своих учениках, благодарных родителей вам, уважения общества и всего самого хорошего, дорогие друзья. С праздником, с Днем Учителя! Ольга Вальченко, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».